Наш интернет-магазин Holland Seeds Convey, который реализует фирменные семена конопли от ведущих европейских производителей в оригинальных фирменных упаковках на территории Украины, продолжает знакомить всех желающих и потенциальных покупателей на нашем сайте с продукцией, а именно семенами марихуаны. В данном случае поговорим о сорте Blue of Tamazar. Его выпускает голландская контора Dutch Passion. Голландская страсть. Перед вами фирменная упаковка на этой голландской компании. Такая прямоугольная пачка, сверху снизу запечатанная. На лицевой стороне логотип компании. Чайка раскрывает свои крылья из семени. Название Dutch Passion. Девиз компании Masters at Work. Мастера за работой. Слово «Автофем» – «Three Premium Quality Seeds» расшифровывается как «автоцветущих три качественных семян». На золотистой полоске внизу черными буквами выбито название сорта «Blue of Tamazar». И само название говорит об интересной генетике. Это достаточно новый сорт коллекции Dutch Passion. Чтобы его получить, скрестили самый продаваемый автоцвет «Автомазар» с сортом Авто Блуберри. В результате получился довольно-таки интересный автоцвет с уникальным вкусом. Именно Авто Блуберри с ее черничным ароматом и придает такой интенсивный запах сорту. Тип Родоралис – это преобладающая индика. Вид – феминизированные автоцветущие семена. ТГК 14-16%, что достаточно много, если брать автоцветущие варианты семян. Растет в помещении на открытом воздухе. Высота 50-100 сантиметров под лампой. На улице этот показатель чуть выше, составляет 60-120 сантиметров, если брать в среднем с одного растения. Урожайность достаточно высокая, именно за это и любят этот сорт все гроверы мира. 450-550 грамм с метра квадратного, если говорить о культивировании в помещении. И от 50 до 200 грамм с одного растения при выращивании на открытой местности. Почему такая большая разница от 50 до 200 грамм? Потому что тут три важных фактора нужно учитывать. Это опыт садовода, это местность и климатические условия, а также правильная формула удобрений и обильный полив. Сбор урожая назначают где-то в среднем на 80-й день от появления ростка. За счет доминирования индики он зацветает чуть-чуть раньше, чем остальные сорта, и готов к сбору где-то на 10 дней раньше, чем автомазар. Интересный сорт для выращивания как и на улице, так и на открытом воздухе. Подойдет как новичку, так и опытному коммерческому гроверу, который хочет получить качественный продукт.